холодильник, вот я не знаю, рабочий, не рабочий у нас вот. Проверить сейчас, работает техника или нет, невозможно. В квартире уже третий день нет электричества. Да и проверять, кроме холодильника и компьютера, больше нечего. Сгорело все. Я была на работе, мне позвонила дочь. И она мне просто сказала, что у нас пожар. И скорая сказала, что ее везут в больницу. Пожар начался в этой комнате, в единственном помещении, где еще не успели доделать ремонт. Здесь хранился весь материал. Он впоследствии стал дополнительным горючим элементом для огня. Как пожарники начали заливать, мы начали собирать всю воду с потолка, из окна, из двери. На тот момент Замиля Ибрагимова, как и ее старшая дочь, была на работе. Младшая сходила в магазин за молоком. Когда 11-летняя девочка вернулась, квартира уже полыхала огнем. Подросток ничего сделать не успела. Увиденное ее повергло в шоковое состояние. Положила молоко на пол и сидела. Ладно, вот дверь открыта осталась. Соседка из 5-го этажа. Ее вытащила. Если бы не она бы у нас умерла. Вот спасибо ей, что она спасла нашу дочь. То есть проведена проверка, установлена, что предполагаемой пока причиной пожара является замыкание электропроводки. То ли это розетка замкнула, то ли это лампочки освещения, то есть люстра сама упала, загорелась. Альберт Меншин, Айнур Гилязов, Эфир 24.